на одноименных нужен. Она направо, и я направо. Делайте. Шаг влево мальчик делает. Поставьте сначала. Нет, сначала поставьте на одну ножку. И делаем шаг влево, мальчики. 3, 4. Шаг. Есть. Ножки собрали все. Вот здесь, смотрите, мальчик незаметно девушки, то есть давит корпусом туда, чтобы она вот как бы и осталась на этой ножке. А сам ножку меняет вес. Поменяли? Теперь мальчик стоит на правой ноге, девочка на правой. Проверили? Проверили. И вот теперь смотрите, я хочу сделать опять шаг влево. Мальчики, для партнеров говорю. Мальчики делают шаг влево. Но! Если я просто сделаю, я ее уроню, правильно? Правильно. Она, конечно, выкрутится, она там чуть-чуть ножку вперед сделает, да, и сделает этот шаг. Но танго принцип. Свободная нога партнерши принадлежит кому? Партнеру. То есть я должен сделать так, чтобы девушка ни о чем не думала, забылась станция и все. Полностью забылась станция. Я думаю за нее. И я показываю, где проносить ножку. Спереди или сзади. Как? Я поворачиваю плечи. Вот смотрите, вот у нее свободная нога. Вот это плечо этой ноги. И вот я просто это плечико веду вперед. И за плечом оно ножку тянет куда? Правильно. Еще раз. Сейчас делаем следующее. И мальчики, и девочка стоит на правой ноге. Смотри. Девочки, оперлись сверху. И вот теперь, мальчики, правое плечико отводим назад. Мы показываем девочке плечи параллельно. И девочка знает, что ножка у нее пойдет между партнером и ею. Вот. И делаем еще шаг в сторону. Раз. И опять плечи параллельно. Теперь я хочу сделать шаг в обратную сторону. Теперь я левое плечико партнера отвожу назад. Девочка ножку ведет опять между собой и партнером, то есть впереди себя. И делаю шаг. Ногу не меняя после каждого шага. На какую ступеньку, на той встаемся. И вот теперь делаем плечико вперед. Шаг. Плечико вперед. Шаг. Плечико вперед. Шаг. А теперь еще и с толчком. Шаг. 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 И шаг. О, какие молодцы. Оба, только не раньше партнера вместе с ним, коня. И еще. Теперь посмотрите. Где получилось, да? Как кошка падает на четыре лапы, как мы ее не бросим? Это именно то, что сейчас будет делать партнер. Мы ее бросать не будем, но она будет делать все как нужно. Вот смотрите, кошку бросили, вот у меня за спиной, грубо говоря, куда я падаю. Вот там. Да? Меня бросили, я кошка. Я соединяю вверх, расставляю задние лапы. После этого у меня здесь большой момент повернется вверх, потому что здесь маленький момент инерции. А этот останется на месте. Теперь я развожу передние лапки и соединяю задние. Я уже падаю лапками на землю. Я кошка.
навалилась на партнера, остались все на правые ноги. На правые партнеры, Правая плечка, партнеры, отходим назад, чтобы сказать, что девушке нужно ножку надо спереди. Идем, сандалики. И после этого шаг. Левая плечка назад. Шаг. Правая плечка. Левая плечка. Во время шага партнеры Посмотрите, я партнер. Я перед шагом плечи запустил, что девочка поняла. Да? А во время шага я плечи возвращаю в плоскость движения. Видите меня? Движение – это плоскость, плечи – это плоскость. Я помогаю девочке стать плоской. То есть возвращаю плечи в плоскость движения. Поворот плеча, подсказка какой ногой. Куда ногу проводить. И во время шага я возвращаюсь. Плечо, шаг. Плечо, шаг. Плечо, шаг. Плечо, шаг. И девушки начали рисовать на человека. А вот вопрос, куда девается маленькая партнёра? Куда делать шаг? Домик обставить. Золотые слова. Девочки, в ваших интересах толкаться, вам нужна разгрузка.